Федерация спортивного туризма Республики Молдова, станция туризма, город Бельцы. Мы в походе. Друзьям железнодорожникам вновь спасибо. Сделали заброску нам до Редюмари. Редюмари — это очень интересное заповедное место в Молдавии. Здесь более 30 дендрологических видов растет, такие как дуб, черешчик и софора японская. Что у нас здесь еще? Береста. Мы в этом походе с Владиславом Лупановым. Владислав, опытный турист. У меня, как у меня, Владислав сегодня 15-ку возьмет. Владислав, опытный турист у него. За плечами водный туризм, пеший. Случай пару бывает. Слов. Случаи бывают всякие. Резерв с собой нужен. Резерв нужно иметь. Вот лес посаженный. Сзади лес, да, у нас. И он на большой территории был раскинут. И мы его, значит, ходили по лесу. Километраж небольшой. Ключевая фраза — красиво. Посетили такие места, как озеро местное. Отсюда начинаются истоки реки Реут. Ключевая фраза — красиво. Спортивный туризм. Это туризм, братишки.